Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами информацией о том, как скачать приложение 1xBet на устройство Android и как получить повышенный приветственный бонус при регистрации. В описании к данному видео я оставлю две ссылки. Первая ведет на сайт букмекерской компании 1xBet, а вторая на файл приложения 1xBet для устройств Android. Чтобы скачать приложение, нужно кликнуть на вторую ссылку или скопировать ее и открыть в мобильном браузере. Браузер сразу предложит загрузить приложение, скачиваем и устанавливаем его. Обратите внимание, что на некоторых устройствах может потребоваться разрешение на установку приложений из неизвестных источников. Я приложение на свой гаджет уже установил. Теперь покажу, как зарегистрироваться и получить максимальный приветственный бонус. Заходим в приложение или на сайт букмекерской компании 1xBet и нажимаем на кнопку «Регистрация». Выбираем способ регистрации и вводим эксклюзивный промокод VIPSPORT, чтобы получить повышенный приветственный бонус. Важно, если поле промокод уже заполнено, то его необходимо поменять, так как промокод может быть недействительным или просроченным и бонус не начислится. Актуальный промокод VIPSPORT. Чтобы не ошибиться, скопируйте промокод из описания или закрепленного коммента. После заполнения всех регистрационных полей нужно подтвердить, что вы ознакомились с правилами и условиями. Затем пополняем счет и получаем бонус до $520. А для всех новичков я в описании видео оставлю ссылку на международный телеграм-бот Robot Capper. Robot Capper – это качественные прогнозы на спорт. Успей подписаться, пока рассылки бесплатные. Спасибо за внимание. Если видео было полезным, ставьте лайки. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Желаю удачных ставок.